Итак, прямой удар правой ногой. Следует помнить одно из главных правил. Нельзя промахиваться. Если ты промахиваешься, ты теряешь равновесие. Теряешь равновесие и подставляешься под удар. Так что стараемся выполнять удар только в том случае, если мы уверены, что он достигнет цели. Итак, если мы, допустим, бьем правой ногой, задней ногой, то мы начинаем движение с шага и затем уже наносим удар. Шаг, удар, возвращаем ногу назад. Немного приподнимаемся на носок и наносим удар. Выносим вес тела вперед, то есть мы бьем не просто ногой, мы бьем всем весом нашего тела. Сейчас смотрим уже на грушу. Рассматриваем прямой толчковый удар ногой. Самое главное — это сохранять равновесие, сохранять баланс тела. Затем поднимаем ногу, согнутую в колени, и выносим вес корпуса вперед вместе с ударом, разгибая ногу. Внимательно смотрим на маховое движение рукой. Оно помогает придать больше силы и сохранить равновесие. То же самое противоположной ногой. Сохраняем равновесие, настраиваемся, фокусируемся и бьем в цель. Есть две техники нанесения прямого удара ногой. Итак, первая из них. Мы сгибаем ногу в колени, поднимаем ее. А достаточно, чтобы контролировать позицию нашего противника. То есть поднимаем достаточно высоко. Так, чтобы и противник не мог приблизиться к нам. И у нас было достаточно пространства, чтобы разогнуть ногу и вынести таз вперед для нанесения удара. Возвращаем ногу тем же путем. То же самое, если мы бьем задней ногой. Одной из нашей целей является живот. Это хороший удар для того, чтобы остановить противника, если он несется на нас или собирается атаковать, чтобы оттолкнуть его. Вот эта острая часть стопы как раз является ударной. Преимущество этого удара в том, что чем быстрее на нас несется противник, тем хуже ему будет от нашего удара. Как видите, тут даже уместен боковой удар. Нужно выработать реакцию на действия оппонента. То есть, если противник пытается пробить лоу-кик или удар по ребрам, здесь будет очень уместен такой проникающий удар ногой. И вот она, начальная позиция этого удара. То есть, мы весь наш вес на задней ноге, передняя нога расслаблена и согнута. Если противник движется на нас, пытаясь нанести лоу-кик, наносим ответный удар. Прямой удар ногой называется тип. И я всегда наношу этот удар вот с таким подшагом. Он помогает задать большую инерцию этому удару и большую силу. Так тоже хорошо без подшага, но с подшагом, как видите, разница есть. Прямой удар. Обращаем особое внимание на путь, которым мы поднимаем ногу для нанесения удара. Следим за тем, чтобы не потерять равновесие, когда мы поднимаем ногу.
Итак, два вида прямых ударов ногами. Первый является у нас защитным, потому что он помогает нам справиться с атакой противника. Ну вот как пример против любого удара рукой. Итак, техника защиты от прямого удара ногой. Мы сбиваем удар рукой и наносим тут же ответный удар ногой. Вот пример комбинации. Два удара подряд. Боковой удар ногой или боковой тип также называют Куан Лялон. Выполняется очень резко, с небольшим прыжком. При удачном исполнении противник просто улетит на пол, особенно если он движется на вас с большой скоростью. И лоб, и корпус для цели подходят идеально. Второй вариант удара, о котором я говорил, это боковой тип. Опять же, движением с подшагом мы задаем взрывную силу прямому удару.
Смотрим на самый опасный прямой удар ногой. Тип в голову. Сейчас рассмотрим боковой удар ногой. Наш корпус следует за ударом, мы вкладываем всю силу нашего корпуса в этот удар. И очень важное движение рукой перед домахом. Во-первых, мы выносим руку вперед, во-вторых, плечо прикрывает лицо. Это и защита, и отвлекающий маневр. А затем мы уже наносим удар ногой и делаем домах рукой для большей силы этого удара и для того, чтобы сохранить равновесие. Противоположная рука прикрывает лицо. Chin. When you swing, you turn. Look, when you turn up, hand gonna touch. Touch. I don't kick. Сейчас я еще раз покажу этот удар на мешке, но самое главное, что нужно запомнить, это защита. Никогда не забываем про защиту лица. Стараемся выполнить два этих движения, шаг, затем удар, в одно движение, шаг одновременно с ударом. Итак, лоу-кик. Тот же шаг, что и в предыдущих ударах, но здесь стараемся вывернуть стопу для того, чтобы появилась ось вращения, на которой мы будем вращаться, чтобы наносить удар. Главное правило – выносим таз вперед, выносим корпус вперед для достаточной силы удара.
Смотрите, если не выносить корпус, то и сила удара недостаточная, и мы скрючиваемся, чтобы сделать этот удар. А мы должны вынести корпус вперед. Итак, все детали по порядку. Выносим руку вперед. Плечом закрываем лицо. Делаем домах одновременно с ударом ногой, вынося корпус вперед. Противоположная рука закрывает лицо. И возвращаемся в исходную позицию. Смотрим, исходная позиция всегда. Противоположная рука плотно прижата к голове, защищая ее от ударов противника. Сейчас удар левой ногой. Все то же самое. Прыжком меняем стойку и выносим противоположную руку, то есть левую. Если мы бьем левой ногой, мы выносим вперед сначала левую руку. А ударную ногу выносим назад, для того, чтобы задать ей траекторию удара. И затем все то же самое. Не забываем возвращаться в исходную позицию. Можно и чередовать удары, допустим, левый, правый, или же чередовать удары ногами с ударами руками. Ну и рука, которая защищает нашу голову, противоположная рука, плотно прижата к голове. Это важно. Лоу-кик выполняется немножко по-другому. Здесь тоже нам нужен шаг. То есть шаг, скольжение и домах рукой. То есть шаг тоже нужен. Да, шаг нужен обязательно, потому что вы получите больше силы для этого удара. Итак, лоу-кик. Ну, у нас груша выше находится того уровня, куда бьется лоу-кик, но тем не менее. Так, сначала шаг левой ногой, если мы бьем правой ногой. То есть шаг в сторону и наносим удар. Ударная часть стопы — это голень, выше голеностопа, а цель — это бедренная часть ноги. Итак, шаг скольжения в сторону и удар. Движение сродни прыжку. Так, лоу-кик очень хорошо работает в качестве контратаки. Допустим, если противник бьет боковой удар ногой по нашему корпусу, мы можем захватить ногу и лоу-киком вышибить его опорную ногу, и он упадет. А можно и не захватывать ногу, можно отступить назад и нанести лоу-кик. Ну или же также удар по корпусу. Когда мы наносим боковой удар ногой, мы должны приподняться на носочках опорной ноги, потому что вращаться на ноге так гораздо легче. И делаем вот такое движение корпусом, словно трахаем воздух, и поворачиваем корпус, а наша нога следует за корпусом, мы ее просто поднимаем. Односторонняя с ударной ногой рука делает домах, то есть мы делаем домах для того, чтобы еще усилить наш удар. А противоположная рука, защитная, плотно прижата к голове для того, чтобы блокировать удары оппонента. Итак, поднимаемся на носки, выносим корпус, совершаем такое маятниковое движение рукой и противоположной рукой закрываем голову. Главное в ударе — это, как всегда, сохранять равновесие. Поднимаем ногу вот таким вот движением, как я показываю. Одноименной рукой делаем домах в сторону. И наносим удар. Вот эта часть ноги, голень, является ударной. И вращение вокруг своей оси. Не забываем про доворот. Чем больше вращения вокруг своей оси, тем сильнее удар.
Сейчас как наносится удар левой ногой? Немного сгибаем ногу в шаге. Хорошо комбинируется с прямым ударом рукой, который является отвлекающим. То есть удар, удар и затем резкий удар ногой. Средний боковой удар отличается от других именно тем, что вся сила удара задается корпусом. Очень важные детали — это ось вращения, которую мы задаем, когда встаем на носочки, и домах рукой. И все это одновременно. Средний боковой удар очень сильный, мощный удар. Все на расслабоне, контролируем дистанцию. Шаг вперед и удар, и назад. И так каждый раз. Смотрим технику блока от среднего бокового удара. Подъем. Блок. Блок. И удар коленом. Вот так вот. Всем еще раз привет, меня зовут Томми, Джим Бангаранг, Чан Май. И сегодня мы рассмотрим, как блокировать средний боковой удар. Как я уже показывал, отлично работает связка захват атакующей ноги противника и подсечка. Итак, хайкик, высокий удар ногой, бьем сейчас передней ногой и следим за движениями. Все очень расслаблено и резко выстреливаем ногой. Это один из самых впечатляющих ударов в муай-тай и в других боевых искусствах. Спасибо. Очень важно запомнить, что мы приподнимаемся на носочки. Сейчас смотрим на небольшую вариацию этой техники. Мы хотим ударить передней ногой. Для того, чтобы это сделать, мы сначала выносим заднюю ногу вперед, то есть делаем шаг, и наша передняя нога становится задней. Затем мы делаем удар. Это нужно для того, чтобы задать гораздо большую траекторию нашему удару. Ну и, как всегда, не забываем про домах рукой. Очень высоко встаем на носки.
Хайкик. Стоит упомянуть о том, что хайкик отличается от других ударов тем, что мы выносим корпус и вес тела не вперед, а вверх. То есть, как бы вместе с движением ноги вверх, мы выносим и все тело вверх, и встаем на носочки. На самом деле, в финале движения удар получается не сбоку и не снизу, а сверху. Итак, смотрим хайкик теперь сбоку, как наносится этот удар. Такое своеобразное движение хлыстом. Так, отклоняем корпус назад для того, чтобы не получить этот удар. Попробуйте очень хорошее упражнение с оппонентом, то есть один бьет, второй отклоняется и тут же наносит тоже удар. И вы тоже отклоняетесь. И так нарабатывается рефлекс. Итак, техника удара ногой топором. Ударной частью в этой технике является пятка. И вот такое реверсивное движение ногой не наружу, как в остальных ударах, а вовнутрь. Цель — это голова, то есть пятками должны попасть в лоб сверху, как топором. И никогда не забываем про равновесие. Я просто...
เดี๋ยวนะมาดิบกระโหลกไหมเดี๋ยวจะเอาลูกสีมาได้ไหมเย้